В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную шапочку с отворотиком узором спиралька. Вяжется такая шапочка достаточно быстро и просто, выглядит очень аккуратно. Данную шапочку вы можете украсить меховым помпончиком готовым. Будет выглядеть это как-то так, либо же помпончиком из пряжи, которой будете вязать шапочку. Как сделать помпон из пряжи, вы сможете посмотреть в отдельном видео. Мастер-класс, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. У меня размер головы 54-55 сантиметров, соответственно, я связала себе шапочку. На данный размер у меня ушло 1/3 моточка, 2/3 ушло на снуд. Если хотите увеличить на объем головы 56 сантиметров, к примеру, то добавляете изначально 4 петельки при наборе косички. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, делитесь моим видео с друзьями и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду вязать Гималая Супер Софт Ярн. Это пряжа чисто акриловая, такая достаточно толстенькая. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Два номера чулочных спиц. По желанию вы можете заменить их на круговые. Это номер 3 для вязания резиночки. И при переходе на основной узор я сменю спицы на 3,5. Также нам понадобятся ножнички, любой крючок для заправки краешек ниточки. Один маркер для того, чтобы отметить начало-конец ряда, можете заменить его булавочкой, и сантиметр. Раппорт основного узора составляет 8 петелек. Раппорт резиночки 2 на 2 составляет 4 петельки. Соответственно, нам нужно набрать то количество петелек, чтобы делилось на 8 петелек, так как мы после резиночки не будем прибавлять петли для основного узора. Итак, я буду набирать для нужной мне окружности головы 104 петли, которые отлично делятся на 8 петелек основного узора раппорт. Я набираю начальные 2 петельки на одну спицу, затем приставляю вторую и набираю еще 102 петли. Затем, после того, как я наберу 104 петельки на окружность головы, мне нужно будет набрать еще одну 105-ю лишнюю петельку для того, чтобы замкнуть в дальнейшем вязание в круг и сократиться эта лишняя петля. Она нам нужна лишь только для того, чтобы красиво и ровно замкнуть по кругу петельки. Для удобства я распределила на 2 пары спиц петельки. После того, как набрали, теперь распределяем на 4 рабочие спицы. Я делю каждую из 2 пар пополам. И причем, когда будете вытаскивать ту спицу, на которой начальные набранные 2 петельки, вот, то будьте осторожны, чтобы их не вытащили. Вот она у меня, эта спица. Я вытаскиваю ту, на которой начальные 2 петельки, и визуально делю пополам каждую из спиц. Я не делаю никакие расчеты, я пока только лишь распределяю петельки для того, чтобы удобно мне было замкнуть вязание в круг. Теперь поворачиваем, не перекручивая наборочные косички той стороной, где у нас зубчики. То есть у нас с одной стороны вот она наборочная косичка красивая, а мы поворачиваем зубчиками вверх. И берем в руку спицу, на которой набраны последние петельки, и спицу, на которой набраны первые петельки. Как вы помните, у нас есть одна лишняя петля, и сейчас она у нас сократится. Мы берем вот эти 2 петельки, где у нас набраны первые начальные, переносим одну из них к петле, которая набранная последняя, вот эта лишняя. И мы эту лишнюю петлю одеваем на первую петельку, которую перенесли, первую наборочную. И обратно возвращаем ее ко второй петле. Теперь подтяните нормально спицы. И что мы делаем? Мы затягиваем эту петельку, вот она у нас между спицами. Вот так вот тянем короткий краешек на себя, рабочую ниточку от себя. Или наоборот, как вам удобно. Вот так вот затянули эту лишнюю петельку, и у нас по кругу осталось то изначальное количество петель, которое нужно для работы. Теперь отправляем рабочую ниточку за спицу и вместе с ней вот этот хвостик наборочной косички. То есть вот они, присоединенные 2 ниточки вместе. Берем 5-ю рабочую спицу и начинаем вязать первый ряд. Первый ряд у нас очень простой. Мы будем формировать резиночку 2 на 2. Я начну с 2 изнаночных петелек, затем буду чередовать 2 лицевые. Это и есть раппорт узора. 2 изнаночные петли, 2 лицевые. Вот так вот отправляю снова перед работой уже натянутые 2 рабочие ниточки.
и начинаю вязать первую изнаночную петлю за 2 нити и вторую. Далее 2 лицевые, первая лицевая, вторая. Далее я бросаю вот этот хвостик нашей ниточки, вот этой наборочной, и продолжаю вязать основной нитью с мотка. 2 изнаночные чередовать, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Довязав первую спицу, я продолжу вязать с таким же чередованием все последующие 4 спицы в общем. То есть нам нужно связать по кругу чередование 2 изнаночные, 2 лицевые петли и распределить резиночку нашу 2 на 2. Затем, после того, как я довяжу первую сейчас спицу, я повешу маркер вот так вот между первой и четвертой спицей. И я буду видеть, что это начало или конец ряда. То есть вот так вот я вешаю маркер. И в дальнейшем я буду знать, что это у нас первая, а это четвертая рабочая спица. И дальше продолжаю вязать до конца этого ряда. Распределили петельки и довязали ряд до конца. Если ряд у вас закончился двумя лицевыми, значит вы распределили петельки правильно. Теперь второй и все последующие ряды будут похожи. Мы начинаем вязать над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые, только лишь один нюанс. Смотрите, изнаночные мы будем вязать за вот эти дальние стеночки. То есть за дальнюю стеночку при круговом вязании вяжутся изнаночные петли. Вот так. Сейчас у нас будет тяжело провязываться первые 4 петли, так как они у нас за 2 ниточки связаны. Лицевые мы будем продолжать вязать за ближайшие стеночки. Вот таким вот образом. И я снова подтяну вот этот рабочий хвостик наш, который остался. Вот, для того, чтобы он не вытаскивал нам петельки. Снова 2 изнаночные вяжу за дальние стеночки. 2 лицевые за ближайшие. 2 изнаночные за дальние, 2 лицевые за ближайшие. Почему я уточнила, что при круговом вязании вяжутся вот таким вот образом петельки? Так как у нас шапочка с отворотом. Вот этот отворот, который будет у вас с изнаночной стороны, он выйдет наружу, скажем так. И нам нужно, чтобы с изнаночной стороны, как и с лицевой, ложились красиво лицевые косички, петельки. Вот, поэтому их нужно красиво разворачивать, правильно провязывать. Поэтому мы будем вязать изнаночные за дальние стеночки, лицевые за ближайшие стеночки. И тогда при отвороте у нас будет красивый вот такой вот край. Вы провяжете несколько рядочков и увидите сами, что действительно нужно вот таким вот образом провязывать изнаночные петли. И дальше мы продолжаем вязать над изнаночными петлями изнаночные, над лицевыми лицевые до той ширины отворота, которая нам нужна. Я буду ширину отворота определять, скажем так, сантиметром. То есть я буду измерять, мне хочется отворот, чтобы был пошире, то есть не менее 7 сантиметров. Если хотите узенький, то, соответственно, делайте узенький. То есть нам нужно связать ширину отворота. А затем я вам расскажу, что мы будем делать дальше. Связала я ширину отворота в 7 сантиметров, и у меня вместилось 18 провязанных рядочков. Сейчас я сделаю смещение на пол раппорта вперед, для того, чтобы у меня четко была зафиксирована линия изгиба. И вторая часть отворота у меня будет на 2 ряда меньше, чем первая. То есть, смотрите, здесь у меня 18 провязанных рядочков, следовательно, вторая часть после отворота у меня будет связана резиночкой в 16 рядочков. А 2 ряда, то есть 17, 18, второй части отворота, у меня уйдет уже в основной узорчик. Для того, чтобы как бы после того, как мы сделаем отворот, чтобы основной узор как бы выходил из резиночки. Вот. Сейчас мы над двумя изнаночными будем вязать 2 лицевые, а над двумя лицевыми 2 изнаночные. То есть я так и продолжаю за дальние стеночки вязать над изнаночными 2 лицевые. Далее у нас над двумя лицевыми идут 2 изнаночные. И так и продолжаем чередовать 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть та же резиночка 2 на 2, но уже со смещением на пол раппорта. Снова 2 изнаночные, над ними 2 лицевые за дальние стеночки, а над двумя лицевыми 2 изнаночные. Вот так вот вяжем, чередуя до конца рядом. 2 лицевые, 2 изнаночные. И затем я продолжу вязать
второй ряд точно так же над сформированным рисуночком со смещением, третий, четвертый, то есть еще, получается, довязав этот ряд до конца, 15 рядочков, я свяжу такой же резиночкой 2 на 2 со смещением. Довязав вторую часть со смещением на 2 ряда меньше, чем первую часть, мы переходим на основной узор. Раппорт основного узора составляет 8 петелек. 4 лицевые, 4 изнаночные. Поэтому начинаем над двумя лицевыми за ближайшие стеночки вязать 2 лицевые. Далее над двумя изнаночными за дальние стеночки также 2 лицевые. И далее 4 изнаночные. 1, 2, за дальние стеночки изнаночные 3 и 4. Вот он и есть наш раппорт 1 узора. Повторяем. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4, 4 изнаночные, 1, 2, изнаночные вяжем за дальние стеночки, 3 и 4. Связали 2 раппорта узора, повторяем, 4 лицевые и 4 изнаночные. Я связала с вами вот так вот 3 раппорта узора и довязываем так до конца этого ряда. Довязали до конца первый ряд и распределили на раппорты узора. Теперь второй и третий ряд нам нужно связать по рисунку, как ложатся петельки. То есть над 4 лицевыми мы продолжаем вязать 4 лицевые. Это второй ряд. 4 изнаночные. И точно так же повторим третий ряд. То есть уже по сформированным петелькам вяжем 2 таких же ряда. Связали 3 ряда как бы условной резиночки, 4 лицевые, 4 изнаночные и 4 на 4 получается. И теперь сейчас мы начинаем делать первый раз смещение. Каким образом? Смотрите, у нас последняя петля изнаночная. На последней, скажем так, петле ряда у нас изнаночная. Сейчас мы эту изнаночную как бы перенесем в начало ряда. То есть вяжем в начале ряда одну изнаночную. И далее повторяем вязать точно так же. 4 лицевые, 3 над 3 лицевыми и 4 одну лицевую над изнаночной первой петлей. Далее 4 изнаночные, 3 изнаночные над 3 изнаночными и над первой лицевой идет 4 изнаночная. Опять 3 лицевые, 1, 2, 3 над 3 лицевыми, а 4 лицевая у нас вяжется над первой изнаночной. И далее снова 4 изнаночные, 3 изнаночные над 3 и 4 над 1 лицевой. То есть вяжем такой же раппорт узора 4 лицевые, 4 изнаночные. Но у нас изнаночная петля сместилась уже одна на первую лицевую из 4 петель, провязанных в предыдущих рядах. Далее снова 4 лицевые. 4 изнаночные. И вот с таким смещением вяжем этот, получается, по счету 4 ряд. 3 лицевые над 3 лицевыми и 4 лицевая над 1 изнаночной. Далее 4 изнаночные. 3 над 3 и 4 над 1 лицевой, 4 изнаночная. Вот таким вот образом продолжаем вязать до конца 4 ряда. Дойдя до конца ряда, в конце ряда мы провязали 4 лицевые петли, остается 3 петли. То есть мы 3 петли над 3 изнаночными, так и вяжем 3 изнаночные. Так как сделали смещение на одну петлю, то эта петля оказалась, вот она у нас, 4 изнаночная в начале ряда. И теперь еще 2 ряда точно так же мы должны провязать по рисунку, который уже сместили. То есть 1 изнаночная петля над изнаночной первой. Далее 4 лицевые над 4 лицевыми, 4 изнаночные над 4 изнаночными. Так мы, получается, связали с вами смещение в 4 ряду. Далее 5 и 6 ряд вяжем по рисунку. 4 лицевые, 4 изнаночные. Но ряд у нас начинается с одной изнаночной петли. Довязали 5-6 ряд по рисунку со смещением. Далее в 7 ряду мы снова делаем смещение на одну петлю влево. Мы сейчас провязываем ту изнаночную над изнаночной первую. И далее провязываем вторую изнаночную. И дальше продолжаем вязать 4 лицевые. Уже одна лицевая пошла над первой изнаночной.
И далее 4 изнаночные. Последняя изнаночная идет уже на первую лицевую. То есть снова делали смещение на одну петлю. И повторяем 4 лицевые, 4 изнаночные. 4 лицевые и 4 изнаночные. Теперь мы сделали смещение от основного начального ряда на 2 петли. То есть мы перенесли сюда 2 изнаночные. Соответственно, в конце ряда у нас получится также 2 изнаночные для того, чтобы совпал узорчик начала и конца ряда. Мы с вами сделали смещение, получается, от основного первого ряда провязали 2 ряда. Смещение сделали в четвертом ряду. Затем просто провязали 5 и 6 по рисунку. Теперь мы сделали смещение в седьмом ряду на одну петельку, провязав 2 изнаночные уже. Не только одну перенесли, но и вторую к ней же. Затем 8 и 9 ряд мы точно так же провяжем по рисунку 2 изнаночные изначально. Затем 4 лицевые и 4 изнаночные повторяем. Затем мы будем делать смещение в 10 ряду, 11, 12 вязать по рисунку. И тогда у нас в начале будет уже 3 изнаночные петли, а в конце 1 изнаночная петля. Затем мы в 13 ряду сделаем снова смещение на одну петельку. И тогда у нас получится уже перенесены все 4 изнаночные петли в начало ряда. И будет ряд начинаться не с 4 лицевых, как здесь, а с 4 изнаночных. И затем мы, получается, с вами 14-15 ряд провяжем по рисунку. И тогда в 16 ряду сделаем смещение на одну петелечку, 17-18 по рисунку. В 19 ряду сделаем смещение, 20-21 по рисунку. То есть всегда в каждом, получается, провязав 3 ряда, в 4 ряду делаем смещение, вяжем еще 2 ряда по рисунку 4. Затем в 7 ряду делаем смещение, провязав 5 и 6 ряд от 4 по рисунку. В 7 ряду сделаем смещение, 8 и 9 по рисунку. В 10 смещение, 11 и 12 по рисунку и так далее. То есть мы, получается, делаем смещение в каждом, от начала сделали смещение в каждом третьем ряду, то есть сделали смещение 2 ряда по рисунку, смещение 2 ряда по рисунку, смещение 2 ряда по рисунку. Таким образом у нас будет получаться спиралька. Вот, и теперь снова мы довязываем здесь раппорт узора над двумя изнаночными, 2 изнаночные связали, и здесь у нас над третьей изнаночной изнаночная, над первой лицевой изнаночная. Затем снова 4 лицевые, 4 изнаночные. Я думаю, что здесь вам будет все понятно по ходу, скажем так, вязания, по ходу работы. Вы смотрите, чтобы у вас каждого, скажем так, каждой части спирали было всего по 3 ряда. То есть у вас 3 ряда есть, сместили. 3 ряда есть, сместили. На одну петлю каждый раз смещаем влево. И вот так вот у нас и будет получаться красивая спиралька, в которой мы будем вязать всю шапочку. А затем я покажу вам, как закончить макушку. Связала я высоту шапочки, и у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 провязанных визуальных вот этих ступенек по 3 ряда со смещением на одну петлю. И если сделать отворотик, то от ряда смещения на резиночке, то есть до вот этого, скажем так, грани между первой частью резиночки и второй, 16 сантиметров провязано. И сейчас я буду делать смещение еще на одну петельку. В начале ряда у нас здесь находится одна изнаночная, значит, сейчас мы будем делать смещение, и в начале ряда у нас должно получиться 2 изнаночные. Но мы при этом начинаем делать убавление для макушки. Начну я делать убавление для макушки с ряда вот этих изнаночных наших столбиков. То есть, смотрите, мы будем делать убавление на изнаночных промежутках между лицевыми. Поэтому сейчас вместо двух в начале ряда изнаночных, то есть со смещением на одну петлю, мы провяжем сразу же убавление. Для этого я поворачиваю дальней стеночкой вот так вот вперед изнаночную первую петлю. И следующую, как бы мы должны были лицевую провязать также изнаночной, то мы эти две петельки вяжем вместе одной изнаночной петлей. Для чего мы повернули дальней стеночкой изнаночную? Для того, чтобы красиво и ровно легла у нас петелька. Далее нам нужно связать 4 лицевые. 1, 2,
3 над 3 лицевыми и 4 лицевая над 1 изнаночной. Далее снова 2 изнаночные мы вяжем по рисунку. И у нас должно сейчас идти смещение на первую лицевую, но мы изнаночную третью поворачиваем дальней стеночкой и вместе с первой лицевой вяжем 2 вместе одной изнаночной петлей. То есть сейчас раппорт узора у нас составляет 4 лицевые, 3 изнаночные. Повторяем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Далее 2 изнаночные вяжем над 2 изнаночными, а третью изнаночную поворачиваем дальней стеночкой вперед и вместе с лицевой первой вяжем одной изнаночной петлей. 3 изнаночные связали. Далее повторяем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные по рисунку над 2 изнаночными, а далее третью изнаночную поворачиваем дальней стеночкой и вместе с первой лицевой вяжем одной изнаночной третьей петлей. То есть последняя петля раппорта у нас сократилась. У нас сократилась одна изнаночная с помощью того, что мы провязываем лицевую первую следующего столбика и последнюю изнаночную одной изнаночной петлей. И теперь у нас раппорт, повторюсь, 7 петелек. Вот так нам нужно чередовать до конца ряда. 4 лицевые по рисунку, а далее получается 4 изнаночную и первую лицевую следующего раппорта мы вяжем вместе одной петелькой изнаночной. Довязали 4 лицевую, далее 2 изнаночные, а третью не забывайте поворачивать, чтобы провязать ее красивенькой петлей. Первый ряд макушки связан, и мы убавили в каждом раппорте по одной петле. Второй и третий ряд мы свяжем по рисунку, то есть мы должны связать вот эту ступенечку из трех рядочков. Первый ряд мы связали, далее повторяем этот первый ряд еще два ряда. Изнаночная над первой изнаночной, далее начинаем вязать 4 лицевые, 3 изнаночные, 4 лицевые, 3 изнаночные. Так, второй и третий ряд. Связали 3 ряда, и теперь в четвертом ряду снова мы сделаем убавление по одной петельке в каждом раппорте. Но сейчас мы будем делать убавление не в изнаночных вот этих столбиках, а в лицевых. То есть равномерно будем чередовать то в изнаночных убирать по петельке, то в лицевых, то в изнаночных, то в лицевых. Вот. И теперь у нас ряд как раз таки идет со смещением. Здесь должно быть уже 2 изнаночные петли в начале ряда, поэтому мы над первой изнаночной провязываем одну изнаночную и над следующими двумя лицевыми вторую изнаночную. То есть мы провязываем 2 первые лицевые вместе одной изнаночной петлей. И теперь у нас в начале ряда 2 изнаночные петельки. Так как мы одну лицевую уже убрали, то у нас сейчас должно быть 3 лицевые. Мы 2 лицевые вяжем над 2 лицевыми предыдущих рядочков и над первой изнаночной вяжем следующую третью лицевую. И теперь у нас 3 изнаночные, 1, 2 над 2 изнаночными петельками, и третья изнаночная заходит у нас на вот эту первую лицевую, но мы первую и вторую петельку лицевую вяжем вместе одной изнаночной, делая тем самым сокращение уже в следующем раппорте. И теперь у нас чередование будет идти: в начале ряда мы сделали 2 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Теперь снова повторяем 3 лицевые над первой изнаночной, третью лицевую. А теперь 3 изнаночные. Ну, 2 изнаночные мы вяжем над 2 изнаночными, а третью изнаночную вывязываем из 2 первых лицевых петелек вместе. То есть мы каждые 2 первые лицевые петельки в столбике из 4 предыдущего ряда будем делать сокращение, провязывать 2 первые лицевые вместе третьей петлей изнаночной по раппорту узора. Теперь снова 3 лицевые, 2 изнаночные вяжем и третью изнаночную вывязываем с помощью убавления 2 лицевых петель первых вместе одной изнаночной петлей. И далее снова 3 лицевые, 2 изнаночные и убавление. 3 лицевые, 2 изнаночные, убавление. 2 изнаночные и делаем убавление изнаночной петлей 2 лицевых провязывания вместе. Вот таким вот образом довязываем весь четвертый ряд. Довязали четвертый ряд, он у нас, как и первый ряд макушки, был с убавлениями, значит, пятый, шестой ряд мы вяжем по рисунку, который сформировали в четвертом ряду. То есть в начале ряда у нас над 2 изнаночными 2 изнаночные,
Далее 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. То есть мы сократили по одной петельке опять в каждом рапорте. И теперь у нас раппорт узора составляет всего лишь вот эти 6 петель. Это 3 лицевые, 3 изнаночные. Вместо изначальных 8 петелек. И так вяжем до конца этот 5-й ряд и 6-й ряд. В 7-м ряду мы также сделаем убавление, но уже по чередованию мы сейчас будем делать убавление на изнаночных петельках. То есть сейчас в начале ряда у нас 2 изнаночные. Мы над первой изнаночной вяжем первую изнаночную, а над второй изнаночной и первой лицевой мы свяжем с поворотиком, вот так вот поворачиваем петельку и вяжем одну изнаночную над изнаночной и лицевой петлей вместе. То есть мы связали, как бы получается, убавление после первой изнаночной. У нас теперь вместо трех изнаночных всего 2. И теперь мы продолжаем вязать 3 лицевые. 1, 2, это 2 лицевые над 2 лицевыми. И 3 лицевая над 1 изнаночной. Далее, первую изнаночную мы вяжем. А вторую изнаночную мы поворачиваем и вяжем вместе с лицевой одной изнаночной петлей. То есть убавление. И теперь раппорт у нас составляет всего 5 петель. 3 лицевые, 2 изнаночные. Теперь снова повторяем. 3 лицевые. Одну изнаночную вяжем, а со второй петелькой изнаночной и первой лицевой делаем убавление. Провязываем вместе и делаем вторую изнаночную. Снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Одну изнаночную вяжем, а со второй изнаночной делаем убавление. Провязываем изнаночную и первую лицевую вместе одной изнаночной. То есть смотрите, что мы делаем. Мы делаем смещение наших ступенечек, продолжаем. Но при этом уменьшаем количество промежуточных изнаночных петелек между вот этими столбиками. Связали изнаночные убавления и далее продолжаем 3 лицевые вязать, изнаночные и делаем убавление. Поворачиваем изнаночную петельку и вяжем вместе с лицевой петлей одной изнаночной. Вот он и есть наш раппорт узора в 7-м ряду. Довязываем до конца 7-й ряд. И затем 8 и 9 мы будем вязать по рисунку. 3 лицевые над 3 лицевыми и 2 изнаночные. Провязав 7 ряд с убавлениями, 8 ряд мы вяжем по рисунку. А в 9 ряду я вам предлагаю еще убрать одну петельку из изнаночных петель, для того, чтобы как бы сформировать более закругленный вид нашей макушечки, чтобы дальше нам не затягивать, скажем, убавление макушки. Поэтому в начале ряда, там где у нас 2 изнаночные, мы поворачиваем дальними стеночками и вяжем над 2 изнаночными одну петлю изнаночную. И далее вяжем по рисунку 3 лицевые, как у нас сложились при вязании 8 ряда. Далее снова у нас 2 изнаночные. Мы вяжем, поворачиваем 2 изнаночные, вяжем за вот эти повернутые стеночки 1 изнаночной, то есть делаем убавление. И снова 3 лицевые петли. Затем снова поворачиваем 2 изнаночные петельки и вяжем 1 изнаночной. То есть в 9 ряду мы сократим еще по одной изнаночной петельке в раппорте, и нам будет проще в следующем ряду делать сокращение, то есть в 10 ряду уже лицевых петелек. И петель у нас, как вы видите, из раппорта узора 8 петелек остается всего лишь 4 петли. Это 3 лицевые, 1 изнаночная. И вот такое постепенное идет закрытие и убавление для макушки. Довязали до конца 9 ряд, и у нас сейчас получается из раппорта осталось всего лишь 3 лицевые петли, 1 изнаночная. Но ряд у нас начинается как раз таки с конца раппорта предыдущего, то есть с одной изнаночной петли. Далее, чтобы вам было понятнее, я сейчас продиктую, что у нас осталось на данный момент и как мы будем вязать. Мы будем вязать сейчас каждые петельки попарно, то есть провязывать сразу убавление до конца ряда. Изнаночная, лицевая вместе, лицевая, лицевая вместе, изнаночная, лицевая вместе, лицевая, лицевая вместе и так далее. То есть мы сейчас провяжем попарно. Заводим за лицевую вторую петельку спицу и вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Далее снова у нас идут 2 лицевые, и мы вяжем их попарно вместе одной лицевой.
Далее лицевая, изнаночная вместе одной лицевой, 2 лицевые вместе одной лицевой и так далее. То есть мы сейчас с вами связали попарно 4 петли, и вот так вот мы продолжаем вязать изнаночная, лицевая вместе одной лицевой и 2 лицевые вместе одной лицевой до конца этого ряда. Те петельки, которые остаются без пары, переносим на следующую спицу и провязываем ее с парой. И теперь мы перешли полностью на вязание всех петель лицевые и полностью убрали изнаночные петельки с нашего вязания. Довязали до конца 10 ряд, и у нас убавилось количество петелек ровно в 2 раза. В 11 ряду я предлагаю вам еще попарно провязать такой же один ряд, чтобы количество петелек еще один раз уменьшилось ровно в половину. То есть смотрите, сейчас точно так же заводим за вторую петельку и вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Довязав до конца 10 ряд, у нас количество петелек уменьшилось ровно в 2 раза. Сейчас в 11 ряду я предлагаю вам также убавить количество петелек, поочередно провязав убавление, чтобы еще один раз уменьшить количество петель в 2 раза. То есть для того, чтобы потом нам удобно было стягивать оставшиеся петельки на вот так вот макушечку. Если мы сейчас стянем эти петельки, то получится слишком много петель. Поэтому в 11 ряду точно так же заводим за вторую петельку и провязываем первую, вторую вместе одной лицевой, то есть делаем сразу же убавление. Потом опять 2 вместе одной лицевой, делаем убавление, 2 вместе одной лицевой. Провязав первую спицу с убавлениями, переходим к следующей и так далее. То есть 11 ряд вяжем как 10, попарно провязывая каждые 2 петельки ряда. Довязали 11 ряд, и у нас осталось вот такое количество петелек. У меня это 13 петель, то есть каждый раппорт мы уменьшили ровно до одной петельки. У нас было 13 раппортов, соответственно, из 8 петель осталось всего лишь по одной петельке в каждом раппорте. И теперь следующий ряд, это по счету уже 12 ряд макушки, я предлагаю вам связать все эти петельки просто лицевыми петлями поочередно. То есть над первой лицевой первая лицевая, над второй вторая и так далее. Просто для того, чтобы уравнять наше убавление в предыдущих рядочках. То есть чтобы нам сейчас не стянуть сильно макушечку, такую затянутую сделать, а как бы равномерно, чтобы петельки распределились вот так вот по нашей вершине макушки. Поочередно провязали все 13 петелек, а сейчас будем стягивать петельки на рабочую ниточку. Можно взять для удобства крючок, если вам это удобнее делать крючком. Но я вам сейчас покажу один из способов, которым пользуюсь сама. Первую лицевую мы вяжем лицевой. И далее возвращаем эту петельку провязанную обратно на левую спицу рабочую. Далее подтягиваем второй спицей вот так вот на эту первую лицевую петлю поочередно каждую петельку с этой спицы. Далее подхватываем рабочей спицей снова петельку и переносим на следующую спицу. И поочередно с нее перетаскиваем вот так вот все петельки, спускаем за работу. И они у нас как бы визуально получаются все на рабочей ниточке, на провязанной первой петелечке. Вот так поочередно переодеваем каждую петельку. Аккуратно будьте, когда переносите спицу. И вот так вот поочередно отбрасываете рабочие спицы, они нам уже не нужны. И у нас все петельки сейчас окажутся в конце. Вот так вот снятие петелек на эту рабочую лицевую. Вот они все на одной петельке. А уж теперь я беру крючок, и мне нужно сейчас будет переодеть вязание на крючок для того, чтобы удобно было стянуть макушку. Я убираю спицы, совсем они мне не нужны. И что я сейчас делаю? Смотрите, я смотрю, чтобы у меня на макушке не было дырочки. То есть я тяну то рабочую нить, то эту петелечку на крючке, то рабочую нить, то петелечку на крючке. Как бы затягиваю поочередно, тяну ниточки. Вот смотрите, у нас макушечка стянулась. Вот так еще раз можно потянуть. Затем делаю одну воздушную петлю крючком, то есть подхватываю ниточку, вытаскиваю, делаю одну рабочую петлю, подтягивая, и вторую петлю. Теперь привытаскиваю ниточку и можете отрезать. Но не спешите отрезать, я всегда рекомендую шапочку померить. Если она вам подходит по глубине, то есть не маленькая, не большая,
то можете смело отрезать ниточку, прятать хвостик с изнаночной стороны, крючком вытаскиваете. Макушка у нас, посмотрите, какая получается аккуратненькая, достаточно красивая. Вот, и все, в принципе, наша шапочка готова. Если же у вас шапочка слишком глубокая для вашего размера, то вам все-таки придется вернуться к тому моменту, где мы начали делать убавление. И буквально, скажем так, распустить не только эту макушку, но и такое количество рядочков, чтобы у вас получилось, скажем так, насколько она сантиметров вам глубокая. К примеру, вы решили, что вы слишком связали, и 2 сантиметра вам нужно убрать. Соответственно, здесь вы убираете 2 ступеньки, распускаете 6 рядочков. Я думаю, что это где-то около 2 сантиметров. Вот. И тогда снова начинаете делать убавление для макушки. Если же наоборот, она вам коротковатая, а вы хотели бы поглубже, то здесь вместо того, чтобы сделать в 10 ряду сразу убавление, скажем так, как мы делали 10-11 ряд, попарно провязывали лицевые петельки, то вы можете сделать постепенное убавление, то есть изнаночную провязать с лицевой и далее так сделать, еще буквально добавив пару рядочков. Ну, то есть, в принципе, постепенное убавление, как мы делали здесь в начале. То есть мы с вами делали, я вот записала вам, чтобы было понятно, делали убавление для макушки в первом ряду, второй, третий вязали по рисунку. Далее в четвертом ряду, пятый, шестой по рисунку, в седьмом ряду мы делали убавление, восьмой провязали по рисунку, в девятом сделали очередное убавление, чтобы у нас убавилась одна изнаночная петелька. Затем в 10 ряду у нас осталось четное количество петель, которые мы убавили попарно до конца ряда. В 11 ряду я вам предложила еще раз сделать, повторить 10 ряд, то есть убавки сделать до конца ряда. Тем самым мы увеличили еще в половину количество петелек. В 12 ряду мы провязали лицевые петельки для того, чтобы у нас получилась красивая не стянутая макушка. И затем просто стянули макушку на одну лицевую петлю. Ну или, проще сказать, на рабочую ниточку. Вот такие вы, скажем так, делаете ряды. Затем снимаем маркер, он нам больше не нужен, то есть нам уже закончилась наша шапочка. И теперь прячем краешек ниточки с внутренней стороны. По желанию можете прикрепить помпончик, если хотите. Или же просто оставить вот такую шапочку. Конечно, можно сделать под нее снудик, тоже будет очень красиво, будет смотреться полным набором. Помпончик можно сделать как из пряжи, которую вязали шапочку, так и обычный меховой помпончик прикрепить уже готовый покупной. То есть это уже вы смотрите на свое усмотрение. Если же шапочка детская, можно привязать к ней, сделать ушки. Как сделать ушки, есть также на моем канале на детских шапочках, поэтому обязательно посмотрите. Кому нравится такой узорчик, конечно же, можно связать и себе, и ребенку. Как мальчику, так и девочке. Вот, конечно, кому понравилось, не забудьте лайкнуть, подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!